Знаю, звучит сентиментально, но любовь — это одержимость. Одержимость человеком, в котором вся твоя жизнь. Найди себе мужчину, в которого влюбишься без памятства и который полюбит тебя так же. Как же его отыскать? Главное, слушайся сердца. Ведь пока оно не колышется без любви, жизнь теряет всякий смысл. Пройти отмеренно и ни в кого не влюбиться – это, считай, что не жить вовсе. Попробуй. Просто возьми и попробуй. А если не попробуешь, считай, что не жила.